вами Даг Вит. Что такое успех и как нам его добиться? Для меня слово «успех» неразрывно связано с компанией Life is Good и Романом Василенко. Это молодой и сильный лидер с богатым опытом и массой свежих идей. Он опередил конкурентов, он опередил время. Он создал совершенную компанию нового поколения, которая соответствует современным потребностям. Я составил список важных, на мой взгляд, составляющих успешной компании. Во-первых, успех организации находится в прямой зависимости от профессионализма и целеустремленности каждого сотрудника. Кстати, именно поэтому партнером компании Life is Good является IBA, международная бизнес-академия, основанная Романом Василенко, в которой основа обучения — только практика. И, кстати, практика — это еще один ключ к успеху. Во-вторых, большая прибыль и настоящий успех — это почти всегда достояние новых компаний, которые предложили новый уникальный продукт, соответствующий рыночному спросу, потребностям потребителя. Тот факт, что компания только появилась на рынке, еще не означает, что она будет успешна. Но поистине большой и настоящий успех практически всегда достигается новыми компаниями, которые предлагают новый продукт, соответствующий рыночному спросу. И в-третьих, это, возможно, самое важное. Сотрудники успешной компании должны иметь достойную зарплату. Компания успешна, когда она поступает справедливо, когда у нее порядочный руководитель. Если люди, выполняющие ответственную, непростую работу, справедливо вознаграждаются и имеют возможность карьерного роста, эта компания будет успешной. Успех доступен только для тех, кто принимает решения. Я оглядываюсь на свою жизнь, и единственное, о чем я жалею, это о вещах, которых я так и не сделал, решениях, которых я не принял. Но я принял важное решение. Я являюсь партнером Романа Василенко, партнером компании Life is Good, партнером IBA. Нас ждет успех. Принимайте решения и воплощайте свои мечты вместе с нами. Спасибо.